музей отель «Де Марин».
Madame Le Pen? Non. Oui, un peu. Я сейчас нахожусь в музее флота, в министерстве флота. И тут есть выход на балкончик. Там внутри сказать что-то сложно, потому что еще на ушах наушники, которые все должны обязательно носить. И тут вот с балкончика видно, что это площадь Конкорд. Эйфелевая башня видна, памятник Стелла египетского товарища. Ну, обелиск я показывала, Люксор из Египта. Это наместник Египта подарил. Площадь Конкор я показывала, тут виднеется еще большой и малый дворцы стоят недалеко. Тоже тут пешком быстро пройти. Ну а сейчас я вернусь обратно в музей, чтобы посмотреть, показать вам этот музей. Самый красивый музей, мне кажется, в Париже. Его только недавно открыли. Морское министерство переехало в другое место, и здесь решили сделать новый музей. И вот только в этом году его открыли. Ну потрясающе просто внутри. Архитектура, ну больше, конечно, вот эта декорация, внутренний дизайн, это просто потрясает. Рядом находится парк Тюльри, метро 1-8. Я вышла из музея, отель «Де Марин», новый музей, который открылся после всех наших карантинов. Один из красивейших музеев Парижа. Потрясающий внутри дизайн. Красота залов, покрытая позолотой, ну, потрясает просто. Я ничего подобного в Париже не видела. Я видела больше 70 музеев в Париже. Но это нечто.
Советую всем посетить. Министерство морского флота съехало и оставило красивый особняк, чтобы его переделали в музей. Тут собрана мебель потрясающая, которая была в коллекциях. Потрясающие залы с позолотой, с шикарными люстрами. Это надо увидеть, это просто открытие для Парижа. Такой музей красивый. Здесь написано, что он открыт 21 года. Инициатор был Макрон, Эммануэль Макрон, президент Франции сегодняшний. И здесь все это жило еще с 1789 года. С 1700 года здесь было Министерство флота. Но так как они переехали, то думали, что же здесь делать, и сделали красивейший музей. И добро пожаловать в Париж. Музей Министерства флота. Здание музея. Я вышла, перешла на другую сторону, чтобы показать. Прямо на площади Конкорд, метро 1-8-12. А дальше я пойду в парк Тюльри. Я хочу вам показать еще аттракционы, которые тут рядом находятся. Выход из метро прямо напротив музея. И рядом площадь Конкорд.